Музыка, творчество, образование. По инициативе Комитета по образованию городского округа Серпухов на базе школы номер 6 прошла вторая региональная научно-практическая конференция педагогов, посвященная роли музыкального воспитания в образовательном процессе. По мнению специалистов, творчество оказывает колоссальное влияние на развитие гармоничной личности. Наше отношение к прекрасному, оно всегда гарантирует нам и отношение к жизни в целом. Это наша социальная ориентация, это наш быт и, в общем-то, и наш труд. С развитием, так сказать, образования в России выяснилось, что без музыки невозможно образовать человека, поскольку образ – это как раз то, что лежит в основе художественной деятельности, образ – идея, то есть идея мыслительных процессов человека, идеи его жизни. То есть вся идеологическая начинка, она, так сказать, наиболее проявляется, вот, так сказать, в образном мышлении. Участники конференции обсудили концепцию развития образования Российской Федерации на современном этапе и поделились опытом творческого подхода к духовному и физическому воспитанию детей.